Вот, это хороший. Или это дно. Всем привет! Сегодня мы собираемся на самую рыбалку. Ну а если быть точнее, мы будем ловить саман аквок. Что значит ловить саман аквок? Это значит ловить саман на специальный инструмент, который издает очень похожие звуки на само название этого инструмента. Квок, квок. Этот звук поднимает саман на поверхность, будоражит его сознание и не дает ему покоя. Сом будет крутиться вокруг лодки, идти за ней. А точнее идти за этим звуком, в поисках лакомого кусочка. И если ваша приманка ему приглянулась, он ее обязательно съест. Но делать он это будет крайне осторожно. Такое ощущение, что он с ножом и вилкой обрезает вашу приманку со всех сторон. И почти не дает вам шанса засечь его, что порой сильно выбешивает. Рыбалка это очень интересно. Надо грамотно подобрать снасти. К примеру, спиннинг не должен быть сильно нежным. Ну и дубиной он не должен быть. Приблизительный тест спиннинга должен быть 150-180 грамм. Строй спиннинга должен быть фаст или экстра фаст. Но вершинка спиннинга должна нормально отрабатывать. Катушка должна быть мощной. Фрикцион должен быть затянут, чтобы при подсечке пробить мощную верхнюю губу сама. Крючки могут быть разные. Это тройники, одинарные, двойные крючки. И совершенно они могут быть разных размеров. Все зависит от наживки, на которую вы будете ловить. К примеру, используя саранчу, сильно большой крючок не нужен. И желательно, чтобы он был одинарным. Используя живца в виде наживки, крюк можно поставить гораздо больше. Наживки я использую разные. К примеру, рапан, те же самые мидии, выползок, червь который дождевой, саранча или большой кузнечик, живец, можно использовать окуня, карася, жереха. Окунь на самом деле самый живучий из этих перечисленных приманок. И на него довольно-таки неплохо попадается сом. Кальмары магазинные. Также можно использовать ту же магазинную селедку. И, конечно, жаба, то есть лягушка. Плетенку я использую мощную. Килограмм на 40, можно даже до 60 кг нагрузки. Если используете вертлюжки и карабины, ставьте очень мощные. Но ни в коем случае не ставьте ту фурнитуру, которую вы ставите при ловле щуки или судака. Лучше перестраховаться. В описании под видео я напишу, какие снасти я использовал. Ну а что касаясь квока, в этом видео я ловил на пермские квоки от Димы Квок. Были применены простой своебой и круглая эска. И вот он, если слабинку даете, видите, как он легко гнулся. Дырка большая, разбивается. Показать. Найти уж. Вон, раз. Туда-сюда. Легко выходит. Слабинку даешь и все. На камеру покажу. Вот если слабинку даем. Вот как он легко выходит. Большое отверстие разбивается.
Не крупный сомик идет, но идет как из пулемета. Не, такого возьму. Вот он. Ладно, маленький. На этот-то все. Прорезаем мышцу, и он легко открывается. Стоять.
А эта воропана хорошо ловит и сазана, и сама, и даже любую всякую бель. Можно кубиками мелко резать и одевать на крючочек вместо червя. Если червячка у вас нету, то всегда в речке можно найти воропана. Так, большой себе одевайте, наверное. Получается вот такая вот котлета. Что? Вот здесь якорей по всей речке, блин. Вы хотя, когда уезжаете, забираете якорят, нет? Порезать вас, я к кабине туда. Я на глаз делаю тоже. Счетчика нет. Я вообще риски ставил маркером здесь. Не риски, а эти метки. Ну а по меткам у тебя сколько? 5 метров? Было 3 и 5. Еще 8. Если большая яма, то на 8. Правилами установите, запретите вот эти вот самые маячки устанавливать. И все. Какие проблемы? Правильно? Да. И не был какая-то фигня. Правильно, ведь каждый маячок это мешок. Ну, мешок на дне, да. Или это кирпич какой-нибудь. Нет, там мешок вот такой здоровый не поднять. Поэтому они их не поднимают, они оставляют. Они же свои надрывать не хотят. Кинули его и все. Якорь у них, блин. У тебя на лодке якорь подъехал, заякорился и плавил. Ох, блин. Крючкам на лодке привязали. Это все лень, матушка. Я раньше их срезал. Мимо полу срежу. Ну просто, блин, срезать, это веревка будет болтаться там. Да. А попробовал поднять. Блин, пипец. Ну я один мешок вынул. Но чуть спину не надорвал, блин. Быстро подходит на этот. Мелкий. Очень мелкий. Очень мелкий сом. Легко выходит оттуда. Ну что, Вась?
что тебе? Да как так-то? Не могу понять. Глюк, ну что? Нет, нет, нет. Все-таки попался. Ну, да, прям хрен знает, не думал, что это он. Уберите его. Что не так? Крупный рыб.
Да, что-то как-то быстро он схватил, да? Самый быстрый вообще. Ну это хорошо, значит он голодный, значит он какой-то такой, что-то с ним это, может быть, наш день. Сейчас обратно мы не доедем, Руслан. Сейчас целая лодка будет самов. Так. То есть он получился, он засосал, а он тащил его под сон, да? Да. Ну это маленький, с этим все, видишь, все просто. Да, опускайте. Опять такой же. Держи. Не надо. Тебе мешает. Стандартный, что всего? Да, для этого квока хорошо. Скатер с большого. Классный квок. Первый раз? Да, подарок. От Димы Квока. Пермь. Город Пермь. Пермяк. Немножко вот так можно подразнить. Под нами. Это у нас уже четвертый, да? Ну вот этот. Самый маленький из четверых. Выпускаем его. Пусть живет и принесет нам бабулю с дедулей. Все, пока-пока. Ну нормально, чтобы ты смог подсечь. Вот так вот. Нормально, я думаю.
Теперь да, с Артуром. По очереди по кругу будете ходить. Подсекайте сильнее, потому что надо пробить ему. Вот я одного какого-то не помню, если там видели, не до конца был пробит. Потом он дергаться начал уже на весу, он пробил его. А мог сойти. Вот он идет. Идет. Вот он. Видишь? Вот, вот это хороший. Смотри. Он наверх пошел. Жди. Да не, он найти должен, он же будет ходить искать. Ему это будет искать, кругами ходить. Ему это покоя не даст. Я когда квочить первый раз начинал, ну, сидел там, квочил, а спиннинг у меня, конечно, вот короче, ну короткий у меня был брик, 3.80. Но спиннинги стали на мысу. Я квочил там, ну когда начинал. И вот он брал нам. Просто первым делом он сюда подойдет. И потом начнет искать. Вот это он поднимается. Потом поднялся, оторвался от дна, а вот где он, то есть лучше он больше не вошел. То есть он куда-то сбрызнул. Вот он, да. Возможно, это он. Да. Возможно, вот он. Ну, это две разные цели. Вот он. О, вот этот, который получше. Ну, чуть-чуть, да. Вот, и главное ему, видишь, пробить эту хрень. Не пробил, ушел. Наоборот, вот он. Видишь, это первый, это правда. Сначала он был наверху, это видно один. Это второй уже, вот он. Это уже наверху.
один раз всего было. На два спиннинга сразу взяли. Два? Да. Это я, конечно, блячка новый. Здесь один был? Да. Я после этого только с одним спиннингом хожу. Да ничего, блин. Один подсёк, мне повезло, что промазал, блин. Тут же захватаю второй, блин. Они были уперты у меня в этот борта. Они просто загнулись вот так. Ну просто повезло, блин. А если бы на оба села, ну и все, короче, что, блин. Один обрезает. Один обрезает, да. Блин, с собой, дерево тащит. Многие вот ходят, кстати, там 4 спиннинга ставят, 2 спиннинга ставят, блин. Это, да. Все. Сегодня на троллинг. Он славит спанула. Я бы матывать только начал. И вопрох, бля, сел. Ну теперь. Так часто бывает, да, я слышу. Это щука, бывает так сюда, блин. Тоже. Не, ну сегодня достойно отрыбачили. Да вот мы где были, трехречи. Ну там, видишь, что-то как-то. Может просто день такой был, надо еще пробовать. Еще надо попробовать. Блин, туда тут попал. Чуть побольше. Нихуя себе поел. Вот он сейчас меня тут поднялся. Ну вот это килограммчиков, наверное, 8-то будет. Да? Так, блин, Погорико у нас отчапал. Да? Давай захват. Короче, Андрюх, на руку эту веревку одень. На руку веревку одень. Петля там есть. Не, ну это... Побольше, чем 5-6. Че, ему за рожу, что ли? Как? Ему надо его в рот всунуть ее. Надел на руку, да? Да ну тебя в жопу, блин. Ну это побольше. Держи. А где у него острый? А? Острый вот. Жанр. Нет. Сейчас покажу. А у него рот тоже, что ли, этот острый? Сейчас. Значит, смотри. Вот у него вот здесь. Я не... В начале жабры, что ли, собственно? А? В начале самой жабры? Молодо. А, вот они. Вот патрулы. Ага. Это он, короче, обматывает. А так вообще, да, вот они, щетки вот эти, которые. Они у него тоже острые, да? Да. И внутри, короче, там у него вообще вот. Вот сунь руку. Вот а? Вот сюда, вот сунь руку. Вот смотри. Вот этот, видишь? Вот эти. Вон, видишь, какие клыки? Ага. А вот это что у него снизу забыльки? Вот такие малыши пока. Ну, малявка, ладно. Давай. Второй пока. Ну вот уже второй день мы ловим на Диминг Лок. Человека зовут Дмитрий, псевдоним у него Квок, Дима Квок. Вот такой подарок от него, и реально Квок рабочий. Возможно, сделаю обзор и поподробнее о нем расскажу. Все, ловим дальше. Небольшой. Вот сейчас немножко. У тебя катушка вообще, по-моему, сломалась. Слушай, а что будет на 20 килограмм? Что у тебя с катушкой-то вообще-то? Она
тут на такие рассчитывают. Она рассыпется. Так, да, спасибо. Дим Квок, спасибо тебе огромное за квок. Успешно ловим. Сейчас кадрует. Блять, она не крутится вообще. Она вообще. Как я тогда? Она, короче, не задана, блядь. Эти китайские катушки. А что случилось-то? Нихера этот, как вот фрикцион не работает, и катушка не крутится. Так сейчас вроде ничего. Значит, она у тебя хрустит уже. Она трещит, блядь. Ну все, кобздец, короче. У тебя единственное, да? Завтра посмотреть, если там деньги позволяют, может быть, посмотрим какой-нибудь там недорогой купить. Сейчас с вами скажу. Вот он поднимался, я его видел. Катушка у тебя, конечно, трещит по швам нормально. Бля, представляешь, мой чувак, твоя не будет трещать. Двадцатка, можно на прям топить ее. Нет, ее прям держать нахуй на моторе, тащить к берегу. А там, как я сазан, в поле убегать нахуй. Так у меня тоже вот такая же катушка, ну только стрёмная была, мясорубка нахуй. У меня, блядь, сазан взял килограмм на 3,5, и она у меня все, я ее вот так вот, блядь. Я в поле нахуй, я вот так вот в поле побежал. А он еще в этот берег уперся, блядь, там у меня дюр, я еще дальше. Короче, я к змеям убежал нахуй, там кусты начались, блядь. Ну вытащил, нет? Вов его там уже, блядь, подтащил. Вот дуримага. Так, постарайся вот здесь у меня не уделать мою сумку, блядь. Ракуха. Давай-ка это. Я ногу переверну. Оставь ее здесь. Что, коммунатор? У нас нормально. В этом году крупных сомов мы так и не поймали. А были времена, когда попадались довольно-таки крупные экземпляры. И расслабляться никогда не стоит.